В 10-м лицее имени Абая города Павлодар состоялась областная олимпиада по географии. Интеллектуальное состязание было приурочено 80-летию Зары Кабдешевны Кужахметовой. Подробнее узнавала наша съемочная группа. Первая областная олимпиада прошла среди учащихся 7 гимназий имени Абая Кунанбаева. И это символично, ведь в этом году великому поэту и писателю 175 лет. Само интеллектуальное состязание было связано с именем общественного деятеля, учителя с большой буквы Зары Кужахметовой. Предмет география выбран не случайно. Зара Кабдешевна была учителем географии. Здесь, в 10-м лицее имени Абая, она училась. Начинала свою блестящую педагогическую деятельность и отсюда вышла на пенсию. Поэтому организация этого состязания для нас большая честь. В олимпиаде приняли участие учащиеся 7-х классов. Углубляясь в изучение каждого уголка своей родины в столь юном возрасте, школьники получают основу патриотического воспитания, отмечает спикер. Задания были разработаны обладателем звания уздек-педагог Сериком Тулигеновым. В ходе олимпиады проверяются не просто знания, а интеллектуальное мышление, страноведение, значение предмета географии для общества. Формат проведения интеллектуального состязания онлайн. Несмотря на это, успех олимпиады очевиден и оказывает положительный эффект на воспитание подрастающего поколения, заверили организаторы. Ринат Абдулкаюмов, Мөлдір Курумбай, Амир Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.